Привет, друзья! Сегодня у нас на обзоре чучела черни тихохлатой. Вот в таких формах мы ее производим. Они достаточно крупные чучела, то есть это увеличенный размер черники. Они очень широкие. Видите, вот, допустим, две ладони вот такой, да? Затем... Вот такая вот чернить хохлатая, прорисовочка, перышки, отливы, все как положено. И самочка. Перышки. Отличные чучела. Вот так вот они выглядят. Чернить хохлатая, софтпласт альфа.